чем верят на самом деле. И вот этот мой товарищ, экскурсовод, он мне рассказал, что когда его отец умер, то его душа переселилась в мальчика друза, который живет в Англии. Они по всей Европе друзы тоже живут. То есть друзы относятся к смерти как к обычному простому физическому явлению. Они говорят, что вот умирает просто тело, а душа, она же вечна. И вот поэтому душа переселяется в другого друза. И я когда усомнился в его словах, он мне говорит, а мы ездили в Англию, встречались с этой семьей, где родился этот мальчик, и он рассказывал нам такие вещи, которые знал только мой отец. Вот хотите верьте, хотите нет. Один раз, лет 10 назад, в Хайфе произошло убийство русского солдата. Кто его убил, как его убил, никто не знал. То есть обстоятельства смерти были неясны, и дело...